Привет-привет! У меня отличные новости для тех, кто хочет заниматься вокалом дома, но не знает, с чего начать. Мы записали бесплатный мини-курс «Как заниматься вокалом дома». В него входят три урока – принципы обучения вокалу, набор базовых упражнений и самостоятельный разбор песни. Но главное, мы прописали пошаговый алгоритм, по которому вы сможете заниматься регулярно дома и пополнять свой репертуар. Как правило, ребята выбирают материал, который не соответствует на данный момент их вокальному уровню. Если выбирать материал только по принципу «мне нравится», то в скором времени ваша мотивация пропадет, потому что сложные песни очень часто не получаются. А сейчас выпишите 5 песен, которые вам нравятся, и вы чувствуете, что вы можете их спеть. Это могут быть песни на английском, русском, итальянском, французском, любом языке, который вы неплохо знаете. Если вы не изучаете языки, то лучше взять песню на русском языке, чтобы не возникало дополнительных сложностей. Когда вы учите песню дома, очень важно хорошо слышать свой голос. Начинайте с пения акапелла. Это означает без музыкального сопровождения. Поиграйте со своим голосом и звуком. Привыкните к нему в рамках данной песни. Переходите по ссылке в описании и скачивайте курс абсолютно бесплатно. Я буду очень рада, если вы сможете его успешно применить. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!